Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет в очередной раз посвящено акции 11.11, якобы глобальной распродаже Всемирного дня шопинга. Это новое видео на канале Gadget Money. Мы начинаем. Поехали! Друзья, ну перед тем, как рассказать более подробно о данной распродаже и с каким обманом вы будете сталкиваться и уже сейчас сталкиваетесь на просторах Алиэкспресса, давайте все-таки поговорим немножко о цифрах. А цифры у нас следующие. Готовясь к этому ролику, я, скажем так, прочитал достаточное количество статей, изучил материал, посмотрел большое количество роликов. Во многом люди хайпят и говорят, что это распродажа липовая. И, в принципе, одна статейка очень интересная, ссылочку оставлю в описании на geektimes.ru, говорит нам о следующем. Просмотрено и промониторено большое количество предложений, и люди пришли вот к такому вот выводу, то есть вот к таким вот цифрам, это чуть меньше 1/4 части из всего ассортимента. Нас же касается больше ассортимент, относящийся к электронике, к каким-то гаджетам. Тут еще все гораздо хуже, в компьютерах и в бытовой технике этот процент 20 и 17 целых соответственно. То есть большое количество скидок незначительных и совсем маленькое количество скидок настоящих. И примерно 1/3 скидок липовых. Для того, чтобы это убедиться, в этом убедиться, мы открываем сайт AliExpress. Сейчас мы будем непредвзяты и просто берем любую вещь, то есть в нашем случае это одежда, категория одежды. Вбиваем самую популярную мужскую куртку и смотрим, что в день распродаж она будет стоить $17.39. Устанавливаем расширение AliTools и реально понимаем, что еще 3 ноября эта куртка стоила $17.59. Получаем 20 центов скидки. Либо вы покупаете после 11.11, либо покупаете 11.11, экономите 20 центов, либо просто ищете данный товар, уже сейчас приобретаете, ваш товар быстро отгружает, и вы не спеша его ждете, и он приезжает вам вовремя. Из чего мы делаем первый, скажем так, совет: покупайте товары раньше, чем они продаются, чем происходит сама эта распродажа. Дальше. Идем в бренд Focus Xiaomi. Ссылочку я оставлю в описании, для того, чтобы вы прошли и сами ознакомились. Самый первый попавшийся товар – это Mi 5S, который 11.11 у нас будет продаваться за 19 500 рублей. Я просто округляю, там 7 рублей округляю. 19 500 рублей по нынешнему курсу $64 за $64 за $1, мы получаем $304.68, что является почти практически $305. Мы проходим в конкурирующий сайт JD.ru, бренд Focus Xiaomi, опускаемся в самый низ странички и смотрим, что уже сейчас можно приобрести Xiaomi Mi 5S без всяких проблем за $209.99. А в день распродаж, если вы все-таки хотите каким-то образом сэкономить, вы можете с помощью купона приобрести данную модель телефона еще дешевле. Вот, в принципе, наверное, и все. Это, конечно же, не разоблачение, я никому не открыл глаза. Я просто еще раз хочу вам посоветовать. Уже сейчас, когда остается чуть больше суток до вот этой вакханалии 11.11, вы можете пройти на сайт AliExpress, либо конкурирующего другого интернет-магазина в Китае, подобрать все, что вам нужно, применить те купоны, которые вы можете найти либо в интернете в открытом доступе, не хотите искать, посмотрите на сайте gadgetmania.ru, там мы собрали воедино всю подборочку именно действительно хороших, интересных предложений, то есть честных предложений. Либо, допустим, воспользоваться кэшбэком, Letyshops, говорят, 1 000 000 рублей разыгрывает 11.11, ссылку тоже оставлю в описании. Если хотите, будете пользоваться, не хотите, не пользуйтесь. Ну и что касаемо других интернет-магазинов. GearBest нам дает возможность получить якобы большую скидку на ряд ассортимент товаров. Можете тоже пройти и ознакомиться. Тот же Banggood предлагает уже сейчас применить определенные купоны на определенную категорию товаров, и в частности электроника, до 8% скидки вы можете применить с купоном вот этим, который вы сейчас видите на экране. Ну и что касается магазина TomTop, сильно он не педалирует тему вот этой вот распродажи, потому что реально понимает, что чем честнее продавец, тем, в принципе, он меньше обещает, а больше делает.
что мы получаем, мы как покупатели, в итоге? В итоге мы получаем, в принципе, уже сейчас адекватный ценник с действующими скидками, и, в принципе, некоторые конкурирующие предложения могут, скажем так, вас приятно обрадовать. Тоже ссылочку оставлю в описании. В общем, чем меньше магазин вам обещает и больше делает, тем больше вы найдете выгоды для себя в денежном эквиваленте. Вот такой посыл был у меня для зрителей моего канала и для людей, которые смотрят данное видео. Что я могу вам порекомендовать? Покупайте все заранее, отслеживайте товар, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru, пользуйтесь расширением для браузера AliTools. Я сам им пользуюсь и смотрю динамику цен на том же AliExpress, и не только динамику цен, и добропорядочность продавца. Также, если хотите, пользуйтесь кэшбэк-сервисом. Это, наверное, самый популярный, Letyshops, о нем все говорят. В общем, хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. Обязательно напишите свой комментарий под этим видео. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Конечно же, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть буквально везде. Ссылочки тоже найдете в описании под этим роликом. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.